Отварить шампиньоны в течение 10-15 минут. Готовые грибы откинуть на дуршлаг. Лук нашинковать, сладкий перец нарезать соломкой, подготовленные овощи обжарить на растительном масле в течение 10 минут. Добавить грибы и обжарить 15 минут, посолив и поперчив по вкусу. Прибавить лавровый лист, измельченный чеснок и обжарить все вместе около 7-10 минут. Остывшие овощи с грибами пропустить через мясорубку. После этого откинуть грибную икру на сито и дать жидкости стечь.